В Северском районе проводится дезинфекция общественных мест. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса. В поселениях муниципалитета специально обученные бригады в химзащите обрабатывают хлоросодержащими средствами общественный транспорт, лавочки, перила, остановки, детские и спортивные площадки. Для этого используются переносные ранцы. Также для обработки привлекается и транспорт. В поселении Ильском дезинфекция проводится ежедневно. Дезинфекция проводится в многоквартирных домах средств, с помощью самих жителей, где нет управляющих компаний. Где есть управляющие компании, дезинфекцию проводят управляющие компании. Кроме того, единая служба Ильская проводит ежедневно, включая выходные дни, дезинфекцию по остановочным пунктам, по местам массового скопления людей, то есть на прирыночной площади и на объектах, на которые люди очень часто заходят. Средства для химической обработки сертифицированы. В Ильском городском поселении дезинфекцией занимается Ильская единая служба. Все сотрудники прошли инструктаж по технике безопасности. Всего в Краснодарском крае за период карантина проведена дезинфекция более 2000 километров улиц.